в Ставангере меня разбудила какая-то пушка. Сегодня у них праздник. Поедем в город, посмотрим, что там происходит. Что вы скажете в свое оправдание? Сюда на май. Товарищи, настоящая Норвегия. Загнали палками, без обмана, без купюр. Лысенькие, бородатые, с наколками, в пиджачках, с ленточками. Подписали конституцию в 1814 году. И веселье, оно неискреннее, такое, знаете, наигранное. Улыбки дотянуты. Ответ Варламову. Я тебя поддерживаю на все 100%. В Норвегии ништяк. Красиво. Вот, товарищи, настоящая Норвегия. Сюда не кого-то загнали палками. Мы пока сюда ехали, люди шли пешком из дома с родителями за ручку, наряженные с флагами, счастливые и довольные. Сейчас это все шествие. Вот здесь, на площади, мы кое-как на велосипеде догнали. Много оркестров играет, таких детских. С удовольствием отпраздновать свой праздник, День независимости Норвегии. Мужики настоящие викинги. Лысенькие, бородатые, с наколками, в пиджачках, с ленточками. Блин, такие красавчики. Вот только посмотрите. Не знаю, дорогие друзья, слышно вам или нет, но тут птицы чирикают. Так громко. Их так много. Солнышко пригрело вот эту всю красоту. Не знаю, вам видно, не видно. Я рядом с церковью. В эту сторону пойдет парад, где ребятишки из разных групп, из разных школ с оркестром маршируют в честь Дня независимости Норвегии. Чудно, не правда ли? Кола еще добавляет тут особого шарма. Какие наряды, да? Офигеть! Супер прикольно!
Ингрид! Эй, Ингрид! Все. Я, как понимаю, кончилось шествие. И я на это наблюдал зрелище, честно говоря, с большим удовольствием. Редко на какие-то шествия там 1 мая или еще чего-нибудь я иду с удовольствием. Ну, потому что там много того, чего делают люди не от души. И веселье, оно не искреннее, а такое, знаете, наигранное. Улыбки дотянуты. А тут вы видели то, что происходило? Вот эти лица, которые мимо шли и улыбались. С удовольствием что-то пели, кричали, веселились. Отцы, мамы, руководители, которые шли с детками, переполненные гордостью, одетые в национальные костюмы. Это супер.